Молодые профессионалы. На базе межрегионального центра компетенции проходят отборочные соревнования WorldSkills. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Юные и талантливые. Эти ребята – победители региональных чемпионатов по компетенциям электроника и лабораторный и химический анализ. 69 участников из 36 российских регионов поборются за звание лучших уже на всероссийском уровне. Готовился я по профессиональной программе, то есть все задания как бы прорабатывал. Мы программированием там занимаемся, разработкой печатной платы, проектированием печатной платы. Восстановление недостающих модулей, схемы и, собственно, пайка печатной платы сборки. Рассчитываю победить, неплохо оцениваю свой уровень. Отборочные соревнования проходят и среди юниоров. В этой категории нашу республику представляет 10-классница Надежда Кузьмина из Новочебоксарска. Она участница компетенции лабораторный и химический анализ. Со своими преподавателями из химико-механического техникума занимались. Это очень большая практика, очень большой опыт участия в таких соревнованиях, в дальнейшем помогает. Хочу связать свою жизнь с химией. За ходом испытаний будут внимательно следить эксперты. В Чебоксары приехали и менеджеры компетенций. Они отвечают за развитие направлений в России. Наши стандарты, они строятся на основе лучших международных практик. В общем-то, мы имеем возможность достаточно гибко изменять наши требования в соответствии с потребностью работодателя. И, наверное, по этой причине вот такой формат на сегодняшний день является наиболее востребованным как в чемпионатном направлении, так и для контроля качества подготовки специалистов. Особую роль движения WorldSkills отметил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Мы создали прекрасный центр по компетенции. Соревнования продлятся до конца недели. Самое интересное будет происходить на этих площадках. Все необходимое оборудование уже готово и ждет конкурсантов. Лучшие из них отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в августе этого года. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.